Это микрозелень, проросточки семени льна. Семя льна вымочила в воде ночь, потом воду слила и поддерживала влажность неделю где-то. Ну, на ситечке у меня семена эти льна, в общем, раз, окупну под краном водичкой. Вот, прорезалась микрозелень. В семенах полезные масла, омега-3, улучшают состояние всего на своем пути. И плюс добавляется хлорофилл, хлорофильчик в проростках. Проростки же вообще полезны. В салат везде добавляю, смузи делаю, там всякие коктейли, каши живые, неживые, всякие там. В общем, вот микрозелень, семя льна. Очень просто делается она. Можно также все прорастить, и семена подсолнуха, и тыквы, и все вообще можно. Все, что хочешь. Все легко так делается, просто влажность поддерживается, семена они сами растут, вот и все, на свету стоят. Все.